только преступник. Замирает, прекращает действие. Собака начинает облаивать. Демонстрация умения собак – это самый зрелищный и любимый момент гостей кинологической службы МВД Татарстана. О нюансах и профессиональных хитростях при работе с собаками студентам старших курсов Казанского федерального рассказали на выездной экскурсии в кинологическую службу. Немецкие овчарки наглядно продемонстрировали, как задерживается условный преступник. Собака по сигналу кинолога атаковала нарушителя, схватив его за рукав и не отпускала вплоть до команды инструктора. А специально обученный лабрадор показал точный поиск взрывных устройств в автотранспорте. Студентам представили десятки вольеров собак, рассказали о ежедневных тренировках и образе жизни. А это своего рода детский сад для собак, где она проходит адаптацию и далее направляется в спецслужбу, где уже по характеру собаки определяется ее дальнейшее будущее. Будет она работать в конвойной службе или находить по следу взрывчатые или наркотические вещества. Студентам юридического факультета КФУ полезно было узнать о специфике работы сотрудников кинологической службы, о методике дрессировки животных, в том числе о методике натаскивания их на поиск взрывчатых веществ, наркотиков и задержания преступников. Дело в том, что мы на четвертом курсе изучаем предмет криминалистики и в том числе изучаем как раз таки деятельность кинологов. И было интересно посмотреть на практике, как собаки на самом деле находят все эти запахи и задерживают преступников. Но я надеюсь, что и в будущем, в моей будущей профессии мне эти знания тоже пригодятся. За такой точностью действия собак, конечно, скрывается ежедневный кропотливый труд кинолога-инструктора. В профессии кинолога работают люди, очень чутко понимающие своих питомцев и отдающие много сил и времени. Он должен любить свою работу, туда, куда он пришел работать. То есть, если он кинологом, значит, он непосредственно, ему нравится эта работа со служебными собаками, с собаками, с любыми животными. Кинологический центр МВД Республики Татарстан всегда рад студенческому десанту. Так что приглашаем вас участвовать, помогать в нашей работе. Это было не первое ознакомление молодежи с правоохранительной деятельностью системы органов внутренних дел, ведь акция «Студенческий десант», приуроченная ко Дню российского студенчества, проводится ежегодно. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс.